Пошли со мной! Открою вам наш семейный секрет. Как мой папуля доставляет 2 миллиарда подарков за одну ночь. Создатели мультфильма «Секретная служба Санта-Клауса» решили раскрыть страшную тайну. В преддверии новогодних каникул на российских экранах лента про то, каким образом седовласому старичку удается развести подарки всем детям на земле. Операция «Санта-Клаус в городе». Поторапливаемся! Это не совсем привычный мультфильм о новогоднем празднике. Мы нарушаем традиции. В распоряжении Санта-Клауса современные технические разработки. Их он использует в своей работе. На мультипликационного Деда Мороза работает целая служба, специальное подразделение эльфов, но даже им не удается выполнить работу полностью. По ошибке без подарка может остаться один ребенок. Решить эту проблему берется дедушка Санты и его сын. Знаешь, внучок, есть еще один способ доставить подарки. Это анимационная комедия, которая раскрывает невероятные секреты о предрождественской ночи. Мультфильм получился очень душевный, праздничный и смешной. Его будет интересно смотреть и детям, и взрослым. Проникнуться новогодним настроением можно уже сегодня. Прокат мультфильма стартует в кинотеатре «Саратов». Павел Фитилев, Александр Королев. Новости «Телеобъектив». Эй, это секретный объект! Вырубай фигурину! Ха-ха, класс! Вот это я понимаю подарочек!